В Караганде прошел областной конкурс весны и красоты. Его приурочили к 85-летию областного центра. Участницами стали 14 очаровательных девушек. Кому досталась корона победительницы, знает наш корреспондент Гульбаршин Сатубалдина. Эрудиция, артистизм и находчивость. По этим критериям состязались участницы ежегодного конкурса «Куктем-Аруа». За звание лучшие боролись студентки колледжей и вузов. Возраст девушек от 16 до 21 года. Всего 14 участниц. По словам организаторов, цель конкурса – популяризация национальных традиций и обычаев казахского народа. Конкурс проводится с целью пропаганды красоты, гармонии и совершенства личности, формирования у молодежи гуманистического мировоззрения, воспитания эстетического вкуса, что позволяет выявить девушек, у которых красота сочетается с умом, интеллигентностью и талантом, чтобы помочь их дальнейшему гармоничному развитию и становлению как личности. Главный информационный партнер конкурса – областной телеканал «Сарыарка». Пользователи интернета на сайте телекомпании выбирали понравившуюся девушку. Специальный подарок от телеканала получила карагандинка Аружан Мэнже. Девушка – это воплощение красоты, ума и человечности. Она всегда прекрасна, она талантлива и любознательна. Девушка-невеста – будущая мать, в ее руках – будущее. У казахского народа есть выражение – женщина одной рукой качает колыбель, а другой рукой – вселенную. Программа конкурса началась с яркого выхода девушек. Участницы должны были рассказать о себе, показать свою индивидуальность через стихи и песни, красиво пройтись по сцене, ну и, конечно же, показать свои знания истории родного города. Звание «Куктем-Аруа» 2019 удостоилась студентка второго курса технико-строительного колледжа, будущий дизайнер Ахкуль Зейнула. Жюри по всем турам ей присудили высокие баллы. Мы готовились к конкурсу месяц, у нас была очень хорошая мотивация. Мы сдружились со всеми участницами. Мне все очень понравилось, я счастлива. Конкурс «Куктем-Аруа» проводится в пятый раз. С каждым годом число желающих принять в нем участие становится больше. В этом году конкурс красоты и грации приурочили к 85-летию Караганды. Участникам вручили памятные подарки, денежные сертификаты и благодарственные письма. Гульбаршин Сатубалдина, Габиден Курушпеков, Аман Хамид, телеканал «Сарыарка».